детям, вот когда была годы войны, они не скажут, они называют, они просто не знают, не то, что они в этом виноваты, потому что если вы посмотрите учебники, которые сейчас, то там три листа революции Ющенко посвящено, то есть как бы, а Великой Отечественной войне поллистика. То есть, как бы, ну, то есть. Президент нам дал, сказал детям раздать. Увидите, забрали. Откуда забрали? Ну склад Порошенко теперь пустой. Уезжаем. Это было бесплатно. Да. Порошенко как нищий. Вот это Порошенко, он себе рекламу хочет создать. Сказали, что конфеты со склада привезли. Со склада пусть заклеют, пусть перефасуют. И люди не продаются за вот эту. Вот это реклама себе делает. Завтра украинское телевидение посмотрите. Вот эти все коробки будут на экранах. Поняли? Ну почему нельзя отдать конфеты детям? Можно. Но в своей упаковке, в своей. Вот это не рошеновские конфеты, а коробки рошеновские. Это не рошеновские. Это совершенно другие конфеты, других фабрик. Да, ну вот это рекламу делаем ему. Да не, он провокацию делает. Провокация. Что типа люди бедные набросились на конфеты. Убийца. Отжатые у Порошенко конфеты. Мы забрали у него склад, забрали полностью. Отвезите, отвезите эти конфеты детям. Сюда не надо было это делать, понимаете? Надо отвезти детям. Какой нахер провокатор? Иди сюда, иди сюда. Иди поговорим. Я забрал у Порошенко склад. В Донецкой Народной Республике конфеты были отобраны у товарища Порошенко, хозяина завода «Рошен». Вот, были развезены по детским домам, по школам, интернатам, ну, всем нуждающимся и тому подобное. Вот. Привезли полчаса назад еще на площади Ленина были дети, был праздник. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Вот, приехала машина с конфетами для детей, люди устроили провокацию. Скажите. Куда? Да, конфеты дают. Что ты говоришь? Иди отсюда. Сейчас будут вывозить со Славянска детей. Что ты рассказываешь? Да мужчина не надо. Посмотри, что они убегают, бедные дети. А ты начинаешь. Конфетами хочешь это затравить. Не надо провокации. А ты кто такая? Скажите, вот вы... А ты кто такая? Нам дешево, дешево. Скажите. Бедные дети, блин, еле-еле границу переходят. Но это со... Ты смотри, какая. Ты смотри какая! Нашли, где ее нашли? Провокаторов, что вы снимаете? Провокаторша!